На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет. Печальная находка наглядно иллюстрирует масштабы загрязнения Мирового океана. Всего за 30 лет работы в рамках проекта исследователи обнаружили более 3000 единиц мусора в наиболее глубоких местах. На дне Марианской впадины исследователи обнаружили пластиковый пакет. Об этом говорится в статье журнала Marine Policy. Пластик нашли на глубине 10 километров в рамках проекта Японского агентства наук и технологий по изучению земли и моря Джемстек. Печальная находка наглядно иллюстрирует масштабы загрязнения океана. Всего за 30 лет работы в рамках проекта исследователи обнаружили более 3000 единиц мусора в наиболее глубоких местах океана. За это время более 5 раз на дно морей и океанов спускались дайверы или были отправлены глубоководные аппараты. Более трети от общего числа находок составил микропластик, мелкие частицы пластика, от одноразовых упаковок. Более половины фрагментов мусора, найденных на глубине свыше 6 километров, также были представлены пластиком. Чужие из глубин. Фантастические животные океанов. Вторым по распространенности оказался металлический мусор, составивший более четверти от общего количества находок. В 17% случаев поблизости были замечены глубоководные животные. Ученые опасаются, что загрязнения могут нанести непоправимый ущерб глубоководным экосистемам. Ранее ученые заявили, что на дне Марианской впадины находятся смертельно опасные токсины, полихлорированный бифенил, ПХБ, и полибромдифениловый эфиров, ББ. В Марианской впадине нашли неизвестных животных. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.